Первая трава появилась не так давно, однако пожары в Ульяновской области уже происходили. В дальнем Засвияжье из-за хулиганства загорелась гора в поле. Происшествие произошло на территории микрорайона Юго-Западный, где идет строительство дороги от улицы 154-й стрелковой дивизии до проспекта Олимпийского. Строители считают, что таких поджигателей нужно обязательно найти и наказать, ведь из-за таких хулиганов может пострадать природа, строительные объекты и люди. И мне кажется, что нормальные не будут поджигать, это подростки, скорее всего. У них есть родители, значит, надо с них спрашивать. Я думаю, что так. Таких поджигателей ежегодно с лихвой. К тому же многие не учитывают, что ветер может сделать обычный костер неуправляемым пламенем. Статистика по пожарам в этом году неблагоприятная. Если в прошлые годы мы на нынешнюю дату констатировали от 1000 до 1500 пожаров, то на сегодняшний день уже произошло 1900 пожаров. Из них 1400 пожаров – это именно пожары, связанные с горением сухой травянистой растительности и мусора. Одна из причин увеличения пожаров, как отмечают эксперты, – ранняя весна. Теплая погода практически без осадков благоприятна для возгораний, поэтому противопожарный режим был введен на 2 недели раньше, чем обычно. На территории области Государственного лесного фонда запрещено разведение костров, сжигание порубочных остатков и посещение лесов за исключением сотрудников, которые участвуют в предупреждении и ликвидации лесных пожаров. Кроме того, региону в этом году предоставлено более 95 миллионов рублей на тушение и предупреждение лесных пожаров. На эти средства закупают оборудование и обустраивают минерализованные противопожарные полосы. Также министр отметила, что почти все лесные пожары возникли по причине перехода огня земель иных категорий. Напомним, что в соответствии с противопожарным режимом, который будет действовать до 10 мая, в Ульяновской области поджигать траву и разводить костры в лесу не только безответственно, но и дорого. Штрафные санкции для физических лиц доходят до 20 тысяч рублей, а для должностных и юридических лиц в разы дороже. Юлия Руднева, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.